Всем здрасте. У нас замечательная погода. Весна, можно сказать. Где-то плюс 5, плюс 6 уже. Потихоньку зима сдает свои полномочия, слаживает их, передает уже весне. И это не может не радовать, естественно. Вот птичка гуляет, все довольные, что наконец-то потеплело. Кто травку клюет, кто в лужах купается. Ну, конечно, везде болото, снег тает, везде опять болотяка. И так у нас продолжалось всю зиму. Снег пошел, потом плюс 7, плюс 10 снег растаял, потом на следующий день опять минус 10, минус 15. Опять идет снег, бывало и дождь, обледенение, ну... Много всего разного, короче, по погоде. Нестабильность невероятная просто была. Ну, все становится уже потихоньку на свои места. И я думаю, что скоро все просохнет. Травка уже пойдет. Молодая, зеленая крапива. Будем вместе с вами ходить уже в нашу лесопосадку. Рвать крапиву. Индюшатам, цыплятам и всем остальным. Гулять с собаками. В общем, настроение уже немного появляется такое. И на то, чтобы снимать видео. И вообще все оживает. И я думаю, что все будет хорошо у нас в этом сезоне. Я надеюсь. О, прилетел молодой утак наш. Это уточка. Так вот. Сегодня еще соберу посылку. Скорее всего, завтра с утра ее уже отправлю. Может, сегодня. Заказали 20... Ну, уже давно заказано было 20 яиц голубых индюков, 10 красных. Потом нужно будет собирать еще одну. В общем, процесс пошел, погода позволяет яйцо отправлять, что все хорошо. Что я хотел вам рассказать в этом видео. Мы списывались с подписчицей в Вайбере, и такая ситуация нехорошая. В общем, человек сбросил предоплату за дрова, и ее кинули. Много сейчас таких объявлений, в особенности у нас в Украине это OLX, где очень заманчивые цены, ниже рыночных на порядок. Что касается сена, дрова, уголь, зерно, всякое различное, брикеты вот эти, которыми топить и тому подобное. Ну что человеку нужно... И без этого, в принципе, не обойтись нам. В общем, они ставят цены. Цены ставят... Сейчас я вам озвучу несколько. Кукурузу я сегодня видел объявление. Вот это еще раз пролистал. По 4 гривны. Макуха по 4 гривны. Пшеница 5 гривен. Сено по 40 гривен тюк. Ну, это сказка. Такого не бывает. Я несколько раз звонил на такие номера. Развод разводом. Где вы находитесь? Я говорю, Одесская область, там-то, там-то. Да, мы знаем, вот недавно возили. Доставка совершенно бесплатная. Доставка от одной тонны. И только надо, чтобы, если вы хотите получить это все, скинуть предоплату. Потому что машина без предоплаты не выезжает со склада. Плюс он там еще кричит, чтобы я слышал там, ну что, закончили грузить там кукурузу, давай начинай пшеницу, кричит там кому-то. И такой, ой, я извиняюсь, ну в общем, цирк. Такой, что... Говоришь, что я приеду, заберу,
на своем транспорте, есть на чем забрать. Но они у нас тут ремонт, машины чужие не пускают. В общем, развод. Этим занимаются люди в местах не столь отдаленных, или как это правильно называется. В общем, простыми словами, это зэки. Они не всегда на связи, только когда им дают телефоны, они выходят на связь. Потому что я прозванивал несколько раз, то трубку не берут, то телефон отключен. Не ведитесь ни в коем случае, не ведитесь на такие цены, не сбрасывайте никому предоплату. Причем там немалые деньги для нас, для простого народа. Сказок не бывает. Если цена на пшеницу, допустим, самая минимальная сейчас 8,50 за килограмм, то она не может стоить 5, ну ни в коем случае. Если она и стоит 5 где-то, то это вам нужно будет брать такой объем, и то вряд ли. Такую цену можно найти. Такое сейчас происходит, и много людей попадает на деньги. Таких цен не было даже, когда был сбор урожая. Когда была уборка, таких цен не бывает. Так что даже не думайте сбрасывать никому предоплату. Тоже самое касается и инкубационного яйца. Мой знакомый попал, причем не раз, заказывал яйцо несколько раз. Ну, я не могу сказать, это, в принципе, он виноват тоже на процентов так 70, таким заниматься нельзя. Не знаю, почему он ко мне сразу не обратился, но это я вам уже рассказывал. Это я вам уже рассказывал и просил вас помощи. Спасибо большое всем, кто откликнулся и скинул мне номера заводчиков той птицы, которую я спрашивал. Так что вот такое вот предупреждение. Ну вот, все греются на солнышке, у всех все отлично, все прям хорошо. Индюшки несутся, куры несутся, утка всего лишь одна мускусная занеслась. Бегунок, утка, это из последних новостей я рассказываю, что произошло. Бегунок, уточка снесла 5 яиц и перестала нестись. Так что такими вот маленькими темпами мы набираем обороты и готовимся уже к тому, что все разнесутся. Особенно я жду мускусных уток. Уже, я же говорю, погода позволяет передавать яйцо. Те, кто заказывал, я все записывал. Все записи у меня есть. И такие вот у нас корабли. Они очень сильно дерутся между собой. И я, скорее всего, буду их рассаживать все-таки. Мне не нравится, когда... И они в болоте переворачиваются на спину. В общем, я смотрю просто... У меня мало места, и вся птица содержится вместе. Да, там люди пишут, что это нехорошо. Я совершенно согласен. Вообще соседство вот это, когда утки, индюки и куры... Куры и индюки, это никаких проблем нету. А вот когда с ними утки живут, это постоянно и вода грязная, и в помещении надо... Я раз в два дня засыпаю опилами вот это все. Потому что там постоянно мокро, утки разводят грязь. Ну, это вечная тема. Те, кто в птицеводстве, это знают как алфавит, как таблицу умножения. Знают, что такое может происходить. Ну, пока что так. Я совершенно согласен, что лучше, естественно, когда все отдельно. Вот у меня живут черные вот эти изумрудные утки отдельно с павлинами. Никаких проблем у них нету, им там все хорошо. Белые утки живут отдельно, тоже семья. Вот так и три уточки. И еще одна коричневая, та, которая мелкая, тоже с ними живет. У них там все нормально, они не мешают ни курам, не индюкам, хотя они там и живут с белыми индюками, но их там мало, и помещение позволяет им уживаться, и там всегда сухо и чисто. А вот у этих постоянно. И вы знаете, что у меня вот, сейчас покажу,
Ой. Вот такой вот спуск. Вниз, вниз к балке получается. И тут постоянно болото. Я надеюсь, это уже просохнет за эту неделю. Потому что там уже плюс-плюс, солнце-солнце. Все будет нормально. А там посмотрим. И к чему я это говорю? К тому, что я не могу вывозить вот этот весь навоз. Вон, кстати, куры. Я его собрал там, я вам показывал, возле сарая, возле курятника. Ну, в принципе, вот такие вот новости. Все рассказал. Будьте осторожны, не сбрасывайте никому предоплату, еще раз повторюсь. Всем удачи, всем спасибо за поддержку, за просмотры. И до новых встреч на просторах Ютуба.